Два челябинских вуза стали участниками стипендиальной программы фонда Потанина. Южноуральский государственный университет и Челябинский государственный университет станут участниками стипендиальной программы фонда Владимира Потанина. Всего в списке 75 вузов. Список формируется на базе ежегодного рейтинга университетов по версии фонда и открывает доступ студентам и преподавателям магистратуры к различным конкурсам стипендий и грантов для преподавателей.